Здорово, дорогие друзья, с вами мистер Зум и Дима Покемон. Всем здорово! Играем мы сегодня Skywars с модом Fizz Super Heroes и Overspawn. Пока что у нас планировано пару каток, там вот костюмы наши стоят. И, кстати, поздравьте Мишу, что он приехал. Ну, они еще не в курсе, этот ролик скоро солью, типа, как я отдыхаю. Да. Так, на счет три, Дима, начинаем. Раз, два, три. Так-с. А знаешь, что, Миша, у меня почему-то этот... То есть на первом сундуке вообще ничего нету, пусто. А, ну, я же сказал, что вещей так быстро накидал. А. Так, я сразу строю сюда. Так. Прикинь, тут главное не упасть. То есть на серверах там лучники такой стоят. Упасть. Так. Ой-ой. А я испугался. Вау. Подожди, тут только... Не слепота сработала. Ага, понятно. Я ничего не вижу. О, сундук. Блоки. Так, ну именно вот это все. Учти, это моя способность не вечная. То есть со временем я могу и, ну, быть в нормальной форме. Эй, иди сюда! Ай! Иди сюда! Стой! А ты же можешь щит свой ты можешь этим щитом-то драться так-то. Он много дамага наносит. А, щит? Но он же тебя не только защищает, но и урон дает. Ты где? А ты чё завис? Алло. А у меня иногда подлагивает. Вот стой! Это, у меня одно сердечко золотое снес. О! А если, например, я... О, стой, иди сюда. Чё, где слепота? Ты? Чё, у тебя слепота? Да. Я думаю, ты упадёшь. Меня заладило. В смысле, я ночь не включал сейчас. Что за странный Skywars у тебя сейчас? Я не знаю, я сейчас ночь не включал. Ты опять завис. Ну, блин. Вот помнишь про ту вот ошибку? Ой, то есть не ошибку, но эту проблему у меня. Но у меня до сих пор продолжается. Да ты ее устранил, блин. А? Либо у меня с роутером проблемы, либо... Пошка! Это куда? Я честно говорю. Пока. Я выиграл. Ой, надо же поставить сохранить типа инвентаря, чтобы, ну, некоторые вещи сохранить-то. Я же вещей не так уж и много поставил. Ты упал? Да. Не буду использовать флай, это как бы нечестно. Все. Я умер. Типа. Я хочу вон ту бабочку. Ай, твою дивизию. Вот как надо быстро печатать ГМ-1, блин. Так, давай, Дима, ко мне ТП. Ну, у нас еще одна катка будет. Так. Так, тот костюм я удаляю. Я тоже сюда поставлю. Так, я беру вот этот. Че, вещи у меня стирать? Нет. Ну, так. Можешь оставить доски и бургер.
метчиком. Я опять залокал. Вот, не, подожди. Вот золотые яблоки с киркой удали. Сейчас. Так, золотые яблоки я тоже выкидываю, в принципе, это нечестно. Так, какие есть у него суперспособности есть? Так, нажимаю на букву N и правой кнопкой мышью. А, вот, да? Вот так вот. На букву G нажимаешь, чтобы вылазить из костюма. Это буква О русская наша. А, вот так вот, типа он становится, да? Нажимаешь на него и заходишь в него. Так. Ого, нифига себе, какие функции. Так, взлетай и нажми на букву М, английскую. Ого! Когда ты взлетаешь, нажми на букву М, английскую. Ты будешь зависать в полете. А, вот так вот. Это знаешь, как в джетпаке? Ну, это вроде все. Так, ладно. Погнали на те же острова, короче. Давай, ты не сводишь. Вот твой остров. Давай сразу еще таймсет и подставим. Так. Короче, потом Макса позовем в эту игру. Дорогие друзья. Ну что, давай? Ну, давай вот сюда. Так, все, я пошел. Так, дорогие друзья, как мы смогли это поиграть, я расскажу в отдельном ролике с Димой уже. Так, на счет три, Дима, начинаем. Раз. Да. Два, три. Так, в первом смысле нету. Вот есть. Так. Ничего мне не нужно. Так, здесь только строиться, да, можно? Ну, если честно, летать можно, но когда тебя скидывают уже, ну, с обрыва, тебе нельзя забрать. Это против правил тогда. Так. У меня что-то, не знаю, с голосом проблемы, может, я приболел. А! Откуда? Таракан! Ой! Что-то я подлетел слегка. Хотел нажать на пробел, чтобы подпрыгнуть. Ой. Копи, знаешь, такого маленького тараканища вообще невозможно убить. Давай его убьем. Стану большим. Ты где? Тараканище. А, ты тут, ё-моё. Кстати, знаешь что? Давай еще устроим такой челлендж, типа. Вот такой я же. Становишься маленьким, да, и прячешься куда-то, и ты. Я должен тебя найти. Ну давай. Иди сюда, ё-моё. Тараканище, ё-моё, у меня дома завелась. О, как тут туда? Стой, иди сюда. На-на-на-на-на. Тараканище, ё-моё. Как увеличится? А, вот все. Иди сюда. Пока. Ой. Да, блин, я тебя не вижу. Я тупо стою на дно. А, стоп, 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 Дима, у нас же жрачка, это не кончается же. Все. А мне еще нормально. А вот теперь кончается вот так, жрать можно. Я только сейчас это заметил. Ай-я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 . Ой, я злокал. О, уже нормально хп сносишь. А то мы так будем. Что? Ты где? Ай.
на своем. Все, я проехал. Ну, как, я же сказал, когда ты, ну, летишь вниз, тебе нельзя летать уже, все, когда ты с обрыва падаешь. ТП. Так, бери новый костюм, я пока другие поставлю. Так, можно я сейчас другие, да? Сейчас я гейм отключу. Вот это стираю. Ой, я знаю, какой возьму, конечно, он странноватый. Да, почему некоторые вещи не стирались? Не знаю. 4, что ли там? А, я знаешь, что я хочу этот. Помнишь он тот, который с пушкой вот этим? Бери. Я хочу его. Только я вот забыл, какой у него сейчас костюм. На. Дорогие друзья, ну извиняюсь, что, ну, так скучно. Быстро все побеждаем. Ну, да. Недоработан Skywars, а видео-то охота снять. Я помню, вы под прошлым роликом набрали 10 лайков, но правда он сейчас стерся почему-то. Я его установил, но там лайки стерлись. Слышь, не стрелять, свои. Так, я по животам. Дайте по слаймам. О, оно взрывается. Ну такой вот странный костюм возьму, вижу. Не хочу. Она говно. Так, бери костюм, который не летает. А то уже с полетами мы что-то как-то читерим. Я кого-то флеша взял, у него такое. Ты думаешь, что ты с флешем там удержишься? Ты сразу с первой попытки улетишь вниз. Блин. Не знаю. Давай я тебе вот такой вот дам костюмчик. Да. Простенький. Кстати, у меня есть такой вам вопросик. Ну, напишите в комментах у Зума. Угадайте, какой у меня сейчас скин стоит. Ага, понятно уже. Если угадаете, тогда, Миша, ты им сердечко поставишь, хорошо? Угу. Ой. Так, это значит Бэтмен, да? Ну, ты да, я нет. Твой остров там вот соседний, куда я сейчас показывал кулаком. Вот сюда, значит, а мне? Так, подожди, а сундука... А, у тебя в сундуке осталась кирочка? Подожди, это что? А, сейчас. Проверь. Ты вот так, кстати, планировать можешь, да. Я забыл. Так, здесь нету. Да почему сундуки не открывать? Чё? Ты батаранги кидаешь. А как здесь шлопа, оно все фэн? У тебя есть способности? Дымовая бомба, ледяная бомба и... Не, у меня вот... не осталось. Медоран. А? У меня не осталось тут. Значит, я в другое. Я тебе положу вот в эту сундуку. Я же пока в гейме был. Так, сейчас. Гейм. Ноль. Насчет три. Раз. Два. Три. А? А? Как мы будем строиться тогда? У тебя же блоков нет. Так дерево поломай. А? Только не до конца. Чё? Ну, чтоб мне потом восстановить его можно было. Чуть-чуть. О, нарубил дров, Дима. Чё с сервером у тебя? Чё? Залагало. Чё-то... Ну, кажись, у тебя интернет подлагал. Потому что у тебя вчера всё норм было. Или мы далеко слишком живём? Так, это нечестно. Это из одного мода было. Or respawn. То есть этот килл не считается. Потому что тут комарьё заспавнилось, зараза. И упал. Заново, Дима. Я упал. То есть возвращайся на свою точку, мы даже подраться не успели. Нет! Сейчас сдохну. Так, гейммод 1. Ой, гейммод 0. Давай ко мне.
Ну, так, не ТП. На свой остров лети. Кирилл, ты так на меня не смотри, пожалуйста. Хорошо. Что-то я в некоторых местах увеличиваться не умею. Кстати, об этом уже можешь летать? Планировать может. То есть, с большой высоты, когда падаешь, он как бы не летит. Короче, как он? Знаешь, элитра? Элитра в Майнкрафте. Угу. То же самое. Так, как здесь летать, я уже забыл. Или он не летит? Он не летит. Он с большой высоты только полетит. Воу, заморозка. Ты где? Ты где? Я тебя не вижу. Ты где? Блин, я сейчас на своем базе нахожусь. Кажись, я уже понял, какой. Пусть у меня голова чешется. Так, сейчас я тебе попку надеру. Ты чё там? А ты где? Я тебя не видел. Я не понял. Ты где? Не, ребята, он какой-то хитрый, блин. Я не знаю, где он. Его тут искать, блин. А как это мне здесь тогда сделать? Ты где? Я тебя реально... Уйти! О, так. А как здесь? Я не могу в центр попасть. Ага. Ты что, меня видишь, что ли? Я кто сказал, что я тебя вижу? О. Кто сказал, что я тебя вижу? Да блин. Так. Во. Так. Опа. Это кто у нас здесь? Тараканище бегает. И стой, где ты? Чего? Я спалился. Надо его покрепче костюм брать. Да, обязательно пожрать. Блин, энергия кончается, костюма. Сейчас, блин, в другой мир попаду. Это еще огромная бабочка здесь, а. Она идет сюда. Не попадешь со своими батарангами дурацкими. Как? На букву Н нажми. Подожди, мне здесь надо, наверное, с рук убрать. Стой! Чё, наверное, мы закончим? Да, вот последняя катка. Всё, последняя каточка. Потому что я же поменял тогда костюмчик. Так, короче, сейчас я себе это опять отправлю. Ой, не то, вот. Так, у тебя костюм какой будет? Гейму. Какой костюм выбираешь? Сейчас. Так. Ну-ка, вот это что за костюмчик? Дима стал девочкой. Нет, это не то. Вот это Дима. Тебе надо взять вот такую вот пушечку, чтобы костюм у тебя работал. Ну-ка, она тоже, наверное, да? Нет, на правую кнопку мыши. Дай мне костюм. А, я, наверное,
Не одел что-то. А, ты очки не надел? От этого костюма. Сейчас я тебе их дам. На. Ты мне ботинки отдай. А ботинок у меня нет. Ты мне ботинок. Ты мне ботинки не дал. Да, правда, чуть тебе эти не идут. Так, сейчас найду вот. Так, а я тогда возьму вот этого, потому что тот с полетом у меня. А ты как бы без полета. Все. Смотри. Подожди. Хова. Здрасте. Забор покрасьте. Здрасте. Забор покрасьте. Так, на счет три начинаем. Лети на свой остров. Возьми блоки, меч и все. Меч, кирку? Ну да, кирку тоже можно. Ой, это не то. Вот сюда. Так, сейчас я возьму. Прошу прощения. Так, ага. И... Так, о, меч, я нашел ботинки капитана твоего. Все-таки ботинки? Все-таки они у меня были. Понюхай их. Иди в баню. Так, гейммод 0. Раз. Я пожарил. Два. Погнали. Очень упал. Замораживаем! Замораживаем! Ой, я меч схренил. Пошел, занес! Ай! Мое серебро кончилось. А где мой? У меня интернет вылетел, подожди. Кто ты? Кого я там КП ищу? Ай, миллион! Такие бургеры, блин. Ай, серебро мое кончилось. Есть! Первая победа. Блин. Вторая. На те. Ну что, это последняя игра была? Так. Сейчас возьму свой мой любимый костюмчик. Так, попрощаться хочу им. О. То, что надо. Сейчас подожди. Сейчас я хочу один символ сделать. Ай! Улетел. Смотри, это моя маленькая. Вот это теперь она большая. Ты что хочешь, чтобы Ютуб меня забанил? Давай ТП ко мне, блин. Сейчас. Давай ТП. Так, давай. Давайте, дорогие друзья, давай, до новых встреч, с вами был Мистер Зум и Дима Покемон. Дима, не висни! Всем желаю хорошего настроения, всем удачи, всем пока!